свои по нашим ебали, по нам, можно сказать. 30 метров градами положили. Что сделали? Наши по нам въебали сегодня утром. А что, они дураки или как? Ну, какой-то дурак скорректировал 500 юг, а надо было 500 север. Какие идиоты, а? Вот носили же таких. Они север-юг не знают даже. Корректировщики. И опять сегодня старые позиции штурмовали. Опять всех положили наших хохлы. Хотели вернуть назад, всех положили там походу. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Атака была смешная. Там 5 человек атаковали сотни. Приказал зам комбата, блядь. Большой, блядь. Пидор, блядь. А раненых как забирают? Сами выползают. Выполз. Нет, сдох. Хорошо, если вынесут свои же, помогут. Не вынесут, нахуй, сам ползи. Так им вчера по рации сказали, сами выходите. Рис, ты с каждым днем все хуже. Людей меньше. Кет для БК меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас 3-4 ракетки. Пук. Минки пук. Пук, хохлы, та-та-та-та-та-та-та-та, блядь, она пук-пук в ответ. Я говорю, там хохлы, она хохочет просто сутки питком, блядь, от смеха. Мы по окопам сидим, от своих прячемся, блядь. Они стоят, смеются, блядь, полный раз. Ага. Потому что они знают, что русский баян не попадет, блядь. Хоть надеялся российская армия, это казалось наебалово. Но сиська армии тут и не пахнет, блядь. Эта армия красивая только по телевизору. Прям с позиции уйти это будет очень сложно. Что-что? С позиции уйти будет сложно. Тут еще ГБшники же, блядь, в армии есть. Группа быстрого реагирования. Те догоняют и просто расстреливают, нахуй. Потом, говорят, пропал без вести. Или ушел.